Вот так вот начинается ремонт на крыше. Что делать они тут будут, я не знаю. Но первое, это устанавливается ограждение. Вот так вот по всему периметру, чтобы какой-нибудь... Чтобы какой-нибудь рабочий случайно туда не улетел. Ну, ограждение примерно около метра высотой. То есть улететь-то всегда можно при желании. Но будет уже чуть-чуть посложнее. Конец.